В этом году в нашем округе положат 315 тысяч квадратных метров нового асфальта. Такую задачу перед сотрудниками Химдора поставила администрация округа. Сейчас ремонтные работы идут во всех микрорайонах. Так, в Левобережном приводят в порядок проезжую часть и тротуары на улице Библиотечной. Если ремонт идет, это уже хорошо. Будем надеяться, что да, лучше будет дороги. Что-то прогресс какой-то идет у нас. Вообще-то, конечно, большинству народа нравится, что облагораживается район. Вот, поэтому дай бог, чтобы так и дальше было, и чтобы было красиво, хорошо. Впервые большое внимание уделяют не только улицам в центральной части округа, но и дорогам в частном секторе. Например, жители Ферсановки и Клязьмы-Старбеева уже могут оценить ровное асфальтовое полотно. Часть работ в этих микрорайонах уже завершена. Да, по Ферсановке у нас много улиц в этом году планируется сделать, 8, и по микрорайону Клязьмы-Старбеева. Ремонт на Библиотечной улице сотрудники Химдора рассчитывают завершить до конца июля. В целом из запланированных на сезон работ уже выполнено примерно 50%.